Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Паоло Веронезе «Воскресение креста». Около 1570 года, холст масла, 136 на 104. «Воскресение Христа» – сюжет, появившийся в итальянской живописи сравнительно поздно, в XIV веке. Для этого были веские теологические причины. В Евангелии нет рассказа о собственном воскресении Христа. В итальянском искусстве Возрождения существовала одна трактовка этой темы. По своему характеру, скорее, религиозный обряд, нежели повествовательный сюжет. Христос парит в воздухе, часто заключенный в светящийся миндалевидный ореол, мандорлу, что больше напоминает вознесение, нежели воскресение. Именно так трактует сюжет Веронезе. Из набора мотивов, собственно, воскресение. На заднем плане представлено полотно еще одно изображение саркофага, которому явились святые животные. Не найдя в нем Христа, они сделали вывод о его воскресении. В сущности, эти две разные сцены, слитые в одной картине, и все последующие явления воскресшего Христа моей Магдалине, ученикам на пути в Эммаус, Фомине верующему, были опосредственным доказательством его воскресения. С точки зрения церковного догмата, трактовка Веронезе этого сюжета была весьма уязвима. Тридентинский собор признал ересью изображение открытого гроба в сцене воскресения Христова. А три года спустя Веронезе был призван инквизицией к ответу за полотно «Пир в доме Леви». Вот такое описание к работе «Воскресение Христа», автор Паоло Веронезе, около 1570 года, текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.